В летний период родители должны быть особенно внимательны, не оставлять детей без присмотра. Всего лишь на несколько минут родители троих малышей, проживающие в дачном товариществе «Солнышко», упустили из виду своих сыновей, и это едва не привело к страшной трагедии. 27 июля около 5 часов вечера в ЦРБ был доставлен двухлетний мальчик, которого выловили из реки. К счастью, в тот момент, когда ребенка несло течением, на берегу оказался мужчина. Он и выловил мальчонку. Ребенку удалось спасти, хотя семья пережила страшные часы ожидания, пока он находился в реанимации. Как оказалось, малыш ушел на речку вместе со старшими детьми.